На конкурс дети читают стихи. Крошникова Катя. Удмуртская республика, Сарапульский район, село Сигаево, 9 лет. Лев Протасов, Россиюшка. Мала еще, но рассудить я в силе. И никто меня не упрекнет. Нет страны прекраснее России. Этот вывод знаю наперед. Вырасту, поезжу я по миру и уверен, к берегам родным будет тяга непреодолима. Хоть откуда, но вернусь я к ним, потому что русская по духу, потому что Русь моя земля, потому что мать моя славянка и меня в России родила, потому что здесь мой дом и школа, дед, отец и все мои друзья. Русская, любимая природа, речь родная, здесь моя семья. Потому что прадед мой по крови за Россию нашу в землю лег, подвиг наших воинов-героев, знай, помнит не один народ. От чумы коричневой всю землю русские солдаты сберегли. Не подвластен подвиг их забвенья. Поклонюсь им в пояс до земли. Псы сейчас на мать Россию лают. Вместе с ней я эту боль приму. Вырасту, окрепну, возмужаю. И тебе, родная, помогу. Ты сейчас немного приболел. Ничего, Россиюшка, крепись. Как и прежде, на меня надейся. Не сдавайся, матушка, держись. Станешь ты велик и могуч, расцветешь, как яблонька весной. Для меня ты будешь самой лучшей, самой ненаглядной и родной.